Сегодняшнее планерное совещание в администрации района началось с приятного момента. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Дня работников торговли, почетными грамотами Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея были награждены индивидуальные предприниматели Амирби Бегеретов и Мурат Хабисимов. С заслуженной наградой предпринимателей поздравил первый заместитель главы района Руслан Емыков, он же и провел расширенную планерку. Министерство экономики Республики Адыгея оценило достойный труд. Со своей стороны хочу еще раз поблагодарить, потому что все мероприятия, социальные направленности, помощь малоимущим, многодетным семьям всегда и Мурат и Амирби, даже не в числе первых, а самые первые. Большое вам спасибо за участие в жизни района, за помощь, которую вы оказываете району и людям. Поэтому желаем вам успехов, процветания бизнеса, мира, благополучия в семьях. Спасибо. После чего участники совещания, а именно заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, главы сельских поселений, перешли к рассмотрению не менее серьезных и актуальных вопросов, первым из которых стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе и работа межведомственных групп по проверке соблюдения норм Роспотребнадзора. В Кашхарском районе на сегодняшний день 54 человека болеют. 23 человека выявлено за одну неделю прошлую. 44 очага, действующих очагов, выздоровевших за прошлую неделю 24 человека. За прошедшую неделю проведено 150 проверок торговых точек по соблюдению масочного режима. Составлен один протокол. Одним из ключевых вопросов повестки дня стал вопрос о ходе прививочной кампании на территории муниципалитета от новой коронавирусной инфекции. С подробным докладом выступил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. 4286 человек, у нас из 12522 человека провакцинировались по району. Это всего лишь 31,7% от объединенного плана. Для защиты жителей от инфекции необходимо привить максимальное количество людей. Главы поселений, в свою очередь, должны активизировать работу по информированию населения о необходимости вакцинации, подчеркнул Руслан Емыков. Далее во второй части совещания были обсуждены вопросы, касающиеся реализации национальных проектов и программ благоустройства, подготовки к предстоящей всероссийской переписи населения, проводимой в районе работе по достижению показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и подготовка к отопительному сезону. В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ и соцсферы к устойчивой работе осенне-зимнего периода 2021-2022 года распоряжением главы администрации муниципального образования Шахабульский район от 08.06.2021 года был утвержден состав районной межведомственной комиссии по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы, а также план мероприятий по подготовке объектов в осенне-зимний период. Все мероприятия должны быть выполнены в полном объеме согласно плану графику до 1 октября 2021 года. На данный момент завершена ремонтная работа по замене труб теплотрассы на участке 280 метров к жилым домам по улице Филатова, поселок Майский. Но это у нас работы в основном связаны с дорогой. Когда мы дорогу реконструировали, там, собственно, мы выполнили работы по замене новых труб. На данный момент также выполняется ремонтная работа второго этапа по замене труб теплотрассы на участке 204 метра к МКД. Также опрессовочные работы МКД и котельник будут проведены до 1 октября 2021 года, после чего управляющей компании также будут предоставлены соответствующие акты, паспорта в администрацию района. Управляющая компания об этом знает, мы как бы связь плотно держим в этом отношении, не в курсе. Там работа в принципе не останавливается, они готовятся в полном объеме. В завершении планерки Руслан Емыков подвел итоги работы совещания, поставил перед его участниками конкретные задачи и обозначил сроки их выполнения.